Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Продолжаем играть в Don't Starve Hero in the Dark. Да, у меня есть два Честера. Сейчас, кстати, у нас лето. И это могут быть для нас определенные проблемы. Так, машина у меня тут стоит, как бы, чтобы тушила всю эту фигню, если что. Здесь у нас... я не вижу машину. Так, вот машина. И вот машина. Хорошо. С машинами разобрались, вроде как есть. А меч есть, броня есть, шапка есть. Чуток еды есть. Давайте еще еды изготовим. Да, у меня куча. Куча. Господи. Ну, вы поняли, чего у меня там куча, чего не нужно, в общем. Так, тефтельку. Я хочу вообще к гоблинам сходить. Мы у гоблинов не все разведали. Но прежде чем сходить к гоблинам, нам надо сходить и забрать наши вещи. А вот как наши вещи забрать и убить эти турельки подземные, тут еще вопрос. Пам-пам-пам. Так, нам вот такой амулет может пригодиться, чтобы не умереть на всякий случай. Фаерстаф может быть пригодится. Так, ты чё у нас? Бочонки всякие. Так, а чё, у меня банок на хил нету? Давайте Red Wine возьмем. Это у нас хангар. Ну, один хангар поушен тоже возьмем. Побежали. Просто у нас там разные предметы хорошие валялись, и как бы хотелось бы их забрать. А. Еще такой нюанс. Надо бы сделать бумеранг. Что, кстати, что-то не так просто. Я не делал бумеранги. Хилка есть. В принципе, надеюсь, все более-менее удачно пройдет. Так, бумеранг. Уголь один, доска, паутина. Так, паутина где-то тут была. Куда столько? Доски у нас здесь, ну или здесь ли? А вот насчет угля... О. Как-то так он мастерится. Оп-оп. Еще и бумеранг сделали, в общем. А это тут оставим. Нам особо не надо пока что. Ну и вообще не нужно огнилета. Ну ладно, пускай валяется. Может быть, что-то удобрять будем в дальнейшем. Так, еды пока хватает. Все есть, в общем. Вот этих собак я не хочу трогать. И с лягушкой я драться тоже не хочу. Это неприятный противник. Ну их нафиг. Да, и от собак тоже убежим. Ладно, у меня есть шлем, можем ночью тоже двигаться. Будем пробовать турели эти бумерангом сбить. Там фаерстаф, если что, используем. Может быть, еще что-то придумаем. Воу, сколько глаз. Кстати, мне куда нужно? Я в правильном же направлении, да? О, нежить. Так. Явно в правильном. Хорошо. Конечно, состояние войны и орк. О чем еще речь? Так, получи. Ну, сделать он мне все равно особо ничего не мог.
Так, где у нас хоряшки были? Я не помню уже, где меня тут убили. Где-то здесь. Или не здесь. Так. Вот тут точно мы пробегали. Твою налево. Чтоб я помнил. Так, тут две брони. Что-то как-то. Неужто все поисчезло? А где турельки? Тут какая-то фигня. Ладно, пойдемте, короче, в ту сторону. На месте будем разбираться. Так, а у меня что? Так, карта на месте. О, конечно, в огненный этот лава-шар. С лету. А, надо еще и вверх пробежать. Вот где-то же здесь эти турельки стояли. Может быть и здесь. Может быть где броня. Ну тут орки. Там по идее не должно быть. Что-то как-то достаточно странно все это выглядит. Ну да ладно. На месте разберемся. Так. От шара мы увернемся. Либо все мои вещи сгорели, что ли, в огне. Такое может быть. Это было бы стрёмно. Так, собаки и тому подобные. Ну вот костер, от костра куда-то сюда. Ну, вот на этот ориентир побежим. Неведомая какая-то фигня. Может, это то, что нам нужно. Ну или хотя бы рядом. Так, нежить беснуется потихоньку. Ну не только нежить, еще и собачки. Ну вас нафиг. Воу, воу. Не-не-не, фу, песики. Так, тут еще орки скипишовались. Ладно, оп-оп. Пробегаем, я как-то с вами пока что драться-то и не планирую. Надо сейчас будет вот эти наши вещи забрать и на базе обустроить какое-то производство, чего-нибудь попроизводить, а то мы давно этим не занимались. Так. А гриба... Оу! О, еще и нежить. Так, кого-то я, по-моему, аннигилировал. Так. Тут такое нехилое противоборство. Пускай без меня. У меня такое ощущение, что это наковальня гномов какая-то. Или что это? Ага, это вот мои вещи. Так, весело. Так, достаточно весело. Пропали все турельки, хил, ключи, всякая фигня. Так, ладно, давайте попробуем. Сделаем сумку. Да. Получилось. Но одной сумки мало. Так, кремня много.
Так, книжки. Вот книжки — это круто. Так, а чё вы ко мне бежите? Пошли прочь. Я тут думал, как там войну развязывать. Все в таком духе. А тут все прекрасно разрулилось. Так, они задрали. Пойдемте войной на них. Раз они такие глуповатые. По 126 урона, думаю, нормально. Ну и все вроде, я тут больше ничего и не хотел. Это мы собрали, эти доспехи. Ну давайте вот эти доспехи пока рядом тоже заберу. Как бы на халяву уксус сладкий, почему бы не сбегать. Все равно раз здесь. Так, нежить убили. Но не всю. Так, ну-ну-ну нафиг. Эту броню. Какой-то крутой ключ. Отчего бы? Что он делает? Свитки. Ладно, потом, наверное, разберемся все-таки. А пока что обратно на поверхность. Все, что хотели, ну, то, что могли сделать, мы уже тут сделали. Как бы задерживаться-то больше особо незачем. Мне в идеале бы и спускаться сюда не надо было бы. Но вот пришлось за своими вещами. Как видели, вещей довольно много. Так, тут битва серьезная. Давайте левел докачаем. Это как бы не альтруизм. Не какая-то там бескорыстная помощь. Вполне себе корыстные мотивы. У меня теперь 16 левел. И надо будет почитать, на каком левеле еще, по-моему, один спелл должен появиться. Хотя это довольно читерный. Так, ладно, сейчас отсюда выберемся. Заодно немножко карты откроем. Ну, конечно, собака решила меня сопроводить. Ну да ладно. Не суть. Движемся к выходу. Ау. Ну, конечно, огненные штуки все соберем. Здесь у нас никаких сундучков уже не открытых нету. Вроде бы вообще сундуков нету. Так, зато есть нежить. А, давайте драться с нежитью. Да. Короткий бой. Я-то боялся, думал, накидают мне. Но нежить я достаточно уверенно убиваю. Ну, без каких-то на то проблем. Само собой. Ой, огненный болид. Ну или типа того, да? Эти жуткие звуки еще игра издает. Сейчас еще орк прибежит опять. У них традиция раз в сколько-то минут прибегать и щи отхватывать. Достаточно странные орки. Кто-нибудь еще круче будет бегать? Поначалу уже гоблин бегал красный. Потом орк. Может, я еще кого-то между ними пропустил. Ибо не помню. Наверное, попробуем каменных бро завалить. Ой, ну не каменных, механических. Так. Долбаная птица, а. Опа, подвох, да? С подсветкой.
Да, вот этих вот железячек поварим. Или уже дождаться света. Ну или пока не спят, присмотримся. Так, присмотрелся. Так, колданем. Ну или нет. Так, колданули. Отлично. Так, иди сюда, родимый. Опа, и минус. А, механизмы. Вау! Так, позагорелись все дружно. Так, минус. Нифига я им урона наношу. У них просто без шансов. Это у нас механическая стража была местная. Так, ну еще не в полном составе. Вот теперь в полном. Как бы это вся опасность, которую они могут представлять. Ну и уходим отсюда. Как правило, основная опасность — это то, что они умрут. Угу. Ну, умрут быстрее, чем нужно. А, перегрев пошел, правильно, почему я ношу огненную эту броню. Вспомнил сразу. Так, у меня дивайн еще использование есть. Мне надо обычного мяса. Я мог, конечно, баранов поубивать, но пока не буду их популяцию изводить, я уже так ими поживился. Так, это что у нас, рассудок же? Wonder Potion. Ну окей. Что-то хряк ходит, тоскует. Что ж ты, хряк? А, у нас всякие интересные ключи. Это мы сюда скинем. Вообще много вещей. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Но не все я помню. Пойдемте еще пробежимся в эту сторону. Что мне нужно? Дрова у нас есть, все это в этом плане есть. Конечно, место неудобное себе выбрал под базу. Где-то вообще непонятно где. На каком-то краю. Два честера. А, вот в чем проблема. С рассудком вспомнил, да? Вондер, вондер, вондер. Не то. Есть ли у меня какой-то другой напиток? Так, яд я точно пить как бы не планировал совсем от слова. Что-нибудь есть? Вообще нет у нас. Походу совсем ничего. Ну ладно, фиг с ним. Пойдем тогда в лес. Да, у нас с едой же небольшая проблема намечается. Поэтому стоит подсобрать всяких ягод. У меня, правда, вверху ягоды есть. Но они пусть пока что растут. Так, глянем на статую. На статуе же вряд ли что-то могло произойти. Пока у нас гломер. Хорошо. Ягодки там. Быстренько пробежимся. Ох ты ж, гниль загорелась. Единственное, что меня спасает в эту лето, это вот эта вот огненная броня. Шикарнейшая вещь. Особенно для лета. Поэтому да. Так, я думаю, тут что-то с урожаем-то не очень. Блин, а.
Ну, единственное, что я могу, я, конечно, там дерево срубить какое-нибудь, к примеру. Ну, а так бы мне бы какой-то новый босс. Я уже на той стадии раскачки хомякачества, когда у меня уже всякая броня есть и оружие крутое. А пускать в дело у нас не так часто возможность представляется, поэтому это немножко печалит. Ну а пока что просто возвращаемся на базу. И я думаю, как поступить. Давайте я сейчас вернусь на базу. Между сериями я все-таки как-то систематизирую все то, что у меня там валяется. Более-менее разберу по сундукам, либо еще как-то. Ну а в следующей серии будем пытаться крафтить какие-то вещи на алхимическом столе. Но все это уже будет в следующих сериях. А на этом я с вами прощаюсь. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.